Всем привет! Продолжаю утепление своей мансарды. И очередной этап утепления — это будет контрутепление скатной части мансарды. Сейчас надо будет набить горизонтальные бруски и уложить утеплитель уже полосами не вертикально, а горизонтально, что перекроет какие-то неплотности, если какие-то были допущены в ходе утепления, ну и уменьшит промерзание мостик холода самих стропил. Потому что дерево 200-е не такой уж хороший утеплитель. А таким образом мы это все дело перекроем. Уже купил доски необходимой ширины и толщины. Повезло, нашлось в продаже доска 100 на 30, как раз по ширине не сильно толстая. По ширине доски 30-ка в принципе должно хватить. Ну и высота 100-ка. Как раз под высоту утеплителя буду ставить 100-ку. Но прежде чем ее набить, необходимо будет обработать биозащитным составом. Подготовил состав, инструмент, краскопульт мой, с помощью которого я его обрабатывал, все эти детали, все стропила. Буду обрабатывать не огней биозащитой, биозащиты здесь не будет, это просто канистра старая, просто биозащитой. Конечно, можно и обработать огнем биозащитой, но в плане огнезащиты большие вопросы, как она хорошо защищает. Плюс к тому же, даже на канистре уже написано, что срок защиты до 5 лет. Ну, это до, это может быть и 3, и 4 года, но не более. А по крайней мере, у биозащиты было написано, что защита до 30 лет, что уже более внушает доверие. Но, в принципе, вы меня можете не слушать, обрабатывать и биозащитой, и огнезащитой тоже. Ну да ладно, хватит болтать, надо приступать к работе. Все доски я хорошенько обработал. Теперь будем ждать, пока они подсохнут, а потом будем их монтировать на стену. Спустя какое-то время несколько досок я уже смонтировал. Точнее, 3. В принципе, довольно-таки неплохо получается. Монтирую я их с помощью 150-х саморезов. К стропилам. Прежде чем закручивать, саму доску просверливаю сверлом. Эту часть. Ну а уже с помощью самореза доска притягивается к стропиле. Чтобы не мучить шуруповерт, чтобы лучше доска притянулась к стропиле, крепче держалась. Вот поэтому и засверливаю все это дело. Расстояние между досками получается мне ровно 600 мм. Чтобы выдерживать все это дело, сделал вот такой шаблон. Он упирается в нижнюю доску. Ну и уже верхняя по этому шаблону выставляется, и получается все довольно-таки ровно. Ну, таким образом. Как раз, если распилить утеплитель на две части, получается ровно 610 мм. И он прекрасно встанет в распор в этот проем. Сейчас мне еще надо будет докрутить еще одну доску. И здесь мне возник вопрос. Как здесь? Доска где-то будет идти здесь. А здесь получается небольшой промежуток. Как мне потом крепить утеплитель? Пока что не придумал, как все это делать. Ну да ладно. Сначала закончим с этим, потом уже будем думать там. Сейчас буду продолжать все это дело во второй части. Ну и доделаю четвертую доску, четвертый ряд. Let's go!
Все, все доски полностью закреплены. С одной стороны, ну и с другой стороны. Но с момента, как я начал крепить вот эти вот доски, три первых показывал, прошло уже 2 недели. Да, я их не так долго монтировал, замонтировал их буквально за 2 дня, все доски. Но так как я привез довольно-таки свежий лес, распиленный, плюс тому я их хорошо промочил биозащитой, ну, в общем, они были сырые. И вот 2 недели я им закрепил их и дал им посохнуть время. Приезжал, когда сюда работал, открывал все окна на проветривание. Весь второй этаж хорошо проветривался, продувался. Ну, в принципе, сейчас доска, ну, конечно, она полностью не высохла, но большая часть влаги из нее вышла. По крайней мере, раньше, и даже рукой ее трогаешь, она была сырая, чувствовалась, даже через 2 дня после обработки биозащитой. Ну и видно, что доска села, я ее хорошо притягивал. Вон, видно, все саморезы практически, они шевелятся в некоторых местах, вон, где был сучок. Ну, в общем, надо будет сейчас пройти шуруповертом, все это дело дотянуть. Ну, доска немножко усохла, и получается, саморезы сейчас немного торчат. Ну и ладно, это не беда. Сейчас пройдем, протянем. Уже закупил утеплитель. Сейчас буду дело все это вставлять в свое законное место. Контур утепления скатной части крыши готово. Не стал я конкретно все это дело показывать. Уже рассказывал все это, как делаю. Все так же утеплитель разрезал на полосы. Ну и вставлял вот в проемы. Все довольно-таки неплохо держалось. Некоторые, конечно, выпадывали. Ну и бог с ним. Все это также зашнуровал. Да, конечно, согласен. Сильно как-то я яро это дело все зашнуровывал часто. Ну ладно, я художник, я так вижу. Как говорится, будет крепче держаться. Осталось только запенить вот эти вот проемы, которые остались у меня. Здесь снизу бывают некоторые. Вот тут, блин, не видно. Сели. Там все это дело запенить, чтобы вровень стало. Чтобы вровень стало. И можно крепить пароизоляцию. Ну а сверху, это я уже делать буду. Утеплять, а сверху накладывать через чердак. Буду заносить туда и сверху укрывать. Здесь уже делать снизу ничего не будет, только будет пароизоляция. Так все это дело выглядит. Красота, красота. Да, трагедия. Залезла кошка по моим лесам, когда я делал фронтоны, и сожрала голубей. Печаль, беда. Что поделаешь. Ну а на этом с контур утеплением у меня все. Всем пока.